детском музыкальном театре «Колесо» существует традиция 27 марта во Всемирный день театра проводить свою премию «Грани театра». Это уже пятая премия по счету. Формат мероприятия выдержан в стиле подобных церемоний. Несколько номинаций. Победители в этих номинациях определялись тайным голосованием, которое проводилось среди педагогов и приглашенных режиссеров театра. 150 юных артистов были номинированы и до последнего находились в неведении, кто же стал победителем. Премия создана специально для тех артистов, которые больше всего работали, больше всего отличились в спектаклях. Поэтому это некое подведение итогов для нас, подведение определенной черты для того, чтобы мы могли покорять следующую ступень. Имена победителей озвучивали гости премии. Они волнительно открывали конверты и зачитывали имена юных артистов. Если говорить об итогах прошедшего 2021 года, то можно долго перечислять победы, творческие проекты и премьеры театра «Колесо». Жизнь в театре кипит. У юных актеров много поездок и много различных мероприятий в округе. Олеся Мушко, художественный руководитель детского музыкального театра «Колесо», со сцены поблагодарила всех родителей за то, что понимают и поддерживают своих детей. Хорошая традиция есть и у самой премии «Грани театра». Конверт с именем победителя в номинации «Спектакль года» распечатывает приглашенный именитый гость. В этом году им стал актер театра и кино, профессиональный каскадер, актер проектов «Молодежка», «8 первых свиданий» и «Бой с тенью» Денис Никифоров. Мы приглашаем не просто медийных людей, а людей, все-таки причастных к театру. Дети должны понимать и знать, что то, чем они занимаются, это важно и нужно. Приглашенные люди всегда вносят свою индивидуальную лепту в нашу работу, потому что так или иначе у всех свой опыт, у всех своя творческая жизнь, у всех свои проекты. И, конечно, об этом хотелось бы знать и нашим юным артистам, потому что очень многие после детского музыкального театра «Колесо» определяются с профессией именно театрального направления и, конечно, поступают в театральные вузы. Как правило, номинация «Спектакль года» вручается во второй половине церемонии, что позволяет гостям насладиться творчеством актеров детского музыкального театра «Колесо» и удивиться их таланту. Мне очень понравилось. Действительно, я приятно удивлен, что такой коллектив замечательный, детский, в городе Дмитров. Есть идеи, можно посоветоваться, какую-то там коллаборацию устроить, ну и... Чем черти шутит, а чего бы и нет, не сделать какой-нибудь с ребятами спектакль. Я не вижу никаких вообще проблем и препятствий у этого коллектива. Замечательные ребята, замечательные педагоги делают дело. Как говорили мои учителя, главное делать дело, господа. Они это делают. Молодцы.